Вот прыгнул движение. Раз, два, накатил вдоль сетки. Основная твоя задача, акцент. Ты концентрируешься на пассе и на оттяжке в шестую зону. Окей? Все, этот мячик просто, нет, его не доигрываем. Этот мяч для Светы больше. Молодец, правильно сказал голосом. Ты его принимаешь, и вы становитесь на свои места, хорошо? Основной акцент этого мяча на твою оттяжку. Все, мне мяч просто. Все, хорошо. Помогай. Спасибо. Не увидел, да, куда мячик отлетел? Да, да. Спасибо. Он по тебе ориентировался, смотрит, ты не на него бежишь. Почему туда мяч улетел? Да я дернула. Не дернула. Дело не в дергании. Дело в том, где ты его касаешься. Элементарно. Где ты его касаешься? Как он как-то не сверху, ты его здесь. Ты его начинаешь рано встречать. Внизу, наклон туловища, внизу играй мяч. О, проводи. Хорош. Все, спокойно, спокойно, спокойно. Дали, приготовились. Мячи какие-то, да, сложные подаю. Илья. Не зажимайся на приеме. Мяч залетает, шаг вперед спокойно. Не зажимайся, расслабленный. Вот тогда вот такое положение помогает ногами. Когда делаешь, легче потом сделать движение вперед. Все, молодец, голосом возвращаешься, а осталось только принять мяч. Все, мое на баранчике. Надо кричать, играй, играй. Помогай. Оттяжка. Пауза небольшая. Сейчас, по-моему, Света устала больше, чем Илья. Должно быть наоборот.